Исполнительные продюсеры Ян Пирсон и Марк Рагстон. Продюсер Азаф М. Фипке. Трансформеры. Зверороботы. Часть первая. В предыдущей серии «Звероботов» старый информационный накопитель упоминает о неком мощном астероидном компьютере под названием «Вектор Сигма». Накопители гласят также о неком ключе к «Вектор Сигме», который мог превращать органику в технику. Осуществляется предсказание Оракула. Органическое ядро Кибертрона возвращает в наш мир жизнь. Все от Оптимуса до Мегатрона думают, что вы вышли из игры. Отлично. Катализатор. Автор сценария Марти Айзенберг и Роберт Скам. Режиссер Стив Сакс. Итак, нам нужно взять паузу и подумать о нашем друге Риноксе, а не о Танкоре, в которого он превратился. Потому что нашим искрам доступны все тропы, и каждый из нас волен выбрать темный путь. Боже мой, Сильверболт, я не дам тебе пережить то же самое. Мы посадим это зерно в память о тебе, Ринокс. И подпитаем его частью органического ядра Кибертрона, которое в один прекрасный день исцелит нашу планету. Но этот день наступит не скоро, если мы не найдем побольше этого сока. Ринокс, мы надеемся, что твоя искра наконец обрела покой внутри Матрицы. На твоем месте я бы куда больше заботился о своей искре. Расскажите мне о Танкоре. Нормальный парень, туповатый слегка. Ваша славная армия будет сиять не так ярко без его руководства. Я могу возглавить его танковые отряды? Вообще-то я интересовался его последним местонахождением перед столь не кстати случившейся кончиной. Ваша демоничность, я покорно представляю вам результаты своего исследования. По всей видимости, Танкор каким-то образом наткнулся на необычную находку. Легендарный ключ к Вектор Сигме. Танкор попытался использовать ключ как оружие. Его мощь оказалась слишком большой для его внутренней системы. Неописуемо амбициозно для такого скудоумного аппарата. Демоничный, вы можете обратить потерю этого вехикона в свою пользу. Закачаем программу ключа в ваших дронов, чтобы установить его мощнейший луч. По всей планете. По всей планете. Ключ уничтожит всю органику. Кибертрон наконец-то будет очищен. А я немедленно начну подготовку. Подожди. Как повлияет этот ключ на мой собственный режим зверя? После стольких тщетных попыток, он наконец-то будет уничтожен. Доведя тебя до безумия, пока ты не отключишься и не оставишь Кибертрон мне. Доводя вас до безумия. Не говори этого. Уводя вас безумно далеко от вашего безумного режима зверя. У тебя есть гарантия, что процесс не повлияет на мою искру? Ну, не совсем. Я бы тебе очень рекомендовал найти. Но все дело во времени. Органика стремительно набирает силу. У меня есть основания полагать, что максималзы возвращают на Кибертрон растительную жизнь. В последнее время ты какой-то странный. Уверяю вас. Я работаю на полную мощность. Вооружи дрона включом и протестируй его на искре кого-нибудь из максималзов. Но максималзы... Я не хочу, чтобы мне угрожали кусты. Он не заглотнул наживку. Если я не уберу его войска от максималзов, мои планы рухнут.
Начинаем глобальный поиск соответствующего органического компонента. Поиск? Пожалуйста, подождите. Эти древние системы еще более тормозные, чем речи Оптимуса. Готов поклясться, я чувствую крысу. Да, я чувствую крысу. Восьминогую крысу. Мы должны искать эту субстанцию, а не транжирить ее. Она нужна мне. Да? Зачем это? Сильверболт. Что, прости? Его искра находится внутри траста. Мне нужно это органическое вещество, как катализатор, чтобы его разбудить. Только верни его поскорее. Добро пожаловать на следующий уровень увлекательной игры «Поймай Максималза». Установлен след Максималзов. Я думаю, правильное слово туда. Что? Я не фиксирую никакого сигнала. Не сомневаюсь, учитывая тот факт, что твое локационное оборудование сильно проигрывает моему в чувствительности. Хорошо. Джетсторм, жги! Траст, гони! Вы собираетесь водить их за нос, пока Мегатрон не поменяет своего решения? Я собираюсь сделать это за него. Эх! Поиск окончен, найдено одно соответствие. Показываю. Боже. Это какая-то бесконечная программа. Электрохимическая реакция, органическое ядро динамично увеличивает потенциал роста. Увеличивает потенциал роста? Я трансформируюсь! Давай, детка, скачай это мне. Это будет хит. Здесь происходит. Ну, я как бы тестировал новую программу катализатора. Я трансформируюсь. Я откалибровал пульс, чтобы нейтрализовать химическую реакцию. Ух ты! Да я сам свои силы не знаю. Яйцеголовый, говорю тебе, меховых шаров тут нет! Давайте нападем на катакомбы. Спокойствие, мои аэронавты. Мои сканеры показывают самый активный след как раз в этой местности. Если они так близко, почему мы не можем? Зафиксирован след Максималза. Что? Он идет изнутри. Всего одна жалкая цель. Возможно, сейчас важнее обыскать катакомбы. Пойдем? Нет!
Ретро, в следующий раз сделай это на препарате поменьше. Наша проблема в том, что мы мыслим мелко. Ты что-то хочешь сказать? Ты что, не видишь? Эти ростки-убийцы будут абсолютным оружием для нападения на Мегатрона. Нет, это не то, что предусмотрела Матрица для жизни на этой планете. Почему ты так уверен? Ты ошибся насчет фрукта, не помнишь? Надо связаться с Оракулом. Читер, остаешься за главного. И ты не будешь ничего делать с этими деревьями, разве что уберешь их отсюда. Слышишь? Громко и отчетливо! А ничего себе фигуру ты исполнила, леди Жук. Жаль, что это последняя твоя фигура. Что ты собираешься сделать? Защекочешь меня до смерти? Собачки здесь нет. Нет. Воспинатор? Но как ты? Мы же оставили тебя на доисторической земле. Да, но у Воспинатора был план. Роботы из плоти почитали Воспинатора дни напролет. Воспинатору стало скучно. Роботы из плоти умоляли Воспинатора не уходить. Но Воспинатор скучал по Кибертрону. Это заняло вечность, но оно того стоило. Теперь Воспинатор — крутой робот-байкер. Непобедимый и любимый девушками-роботами. То есть я рисковала всем, чтобы спасти эту кучу дерьма? То есть робот-паучиха не будет встречаться с Воспинатором? Нет! Робот-самолет не должен лезть к девушке Воспинатора. Что? Черная вдова. О, черный яд моего сердца. Только один трансформер может говорить столь слащаво и серьезным лицом. Это я, любовь моя. Нам бы сейчас не помешали сети, мисс Паучихи. Где она? Наверное, они хотели побыть одни. Они? Она хотела побыть одна. Да, она. Сеточка взяла немного органической массы, чтобы попытаться вернуть Сильверболта. Откуда? Не поверишь. Из траста. Черта с два, я опять буду бегать за ее искрой. Пойду скажу Оптимусу. Подожди. У меня другая идея. Неавторизированный пользователь. Доступ запрещен. Подожди, подожди, я не понимаю. Доступ запрещен. Все это время у тебя была искра Сильверболта? Ох, не без уха. Воспинатор как раз хотел подкатить к роботу-паучихе. Сэр, вы оскорбляете честь моей дамы. Защищайтесь! Мальчики, вы сможете подраться за меня позже. Вы должны взять ваших дронов под контроль. Дронов?
Сильверболт! Я не знаю, леди, почему вы так обо мне заботитесь, но я тронут. Аэродроны! Мотодроны! Подвести! Сильвербол! Что? Ну? Как там с байкером? Поверь, лучше тебе не знать. Откуда взялся этот зеленый палец? Сэр, боюсь, наш подопытный образец не захотел сотрудничать. Я в курсе ситуации. Нужно перерезать эту артерию, пока техновещество не достигло базы. Да что там база? Оно уничтожит все органическое ядро Кибертрона. Читер. Отпусти, пока техновещество не дотронулось до тебя. Я не сдамся. Оптимус! Нет! Ух ты! Обрубил так обрубил. Ты не подчинился прямому приказу. Я принял командное решение спасти Черную Вдову. А ты почему вышла за рамки задания? Это моя вина. Она сказала, что у Траста искра Сильверболта. Я ошиблась, она у Джетстерма. Какая разница? Все равно не сможем просто сидеть и позволить ему кончить, как Ринокс. Мы уладим это в свое время. Есть проблемы посерьезнее. Мне кажется, кто-то вмешался в работу Оракула. Эти органические сильнее, чем я думал. Их нужно остановить. Загрузите ключ к вектору Сигма во всех моих дронов. Разрешите предложить более практическое решение. Загрузите программу ключ лишь в танковые дроны. Ведь кто-то из двух ваших оставшихся генералов может стать чрезмерно амбициозным. Чрезмерно амбициозным и повернуть оружие против вас. Пусть будет так. А все благодаря крысе с программой катализатором. Мои пешки готовы съесть друг друга. И когда с ними будет покончено, останусь только я.